Что прохудилось, починят, что в конец износилось, заменят. Ремонт кровли на крышах многоквартирных домов – дело ежегодное. Каждое лето на высоте птичьего полета бесстрашные мастера латают прохудившееся покрытие. Вот так. Этот дом на улице Академика Грушина за зиму пострадал не сильно. Заменить здесь необходимо всего 100 квадратных метров полотна. По меркам рабочих, это пустяки, справятся за пару дней. Всего же в планах управляющей компании «Жилищник» привести в порядок крыши 362 домов в городском округе. Специалисты отмечают, ремонт комплексный, кровельными работами не обойдутся. Есть множество работ, которые надо провести. Это подготовка и инженерных систем, это подвалы. То есть, когда погода плохая, мы занимаемся подвалами и внутренними инженерными системами. Погода позволяет, мы ремонтируем кровли. Менять покрытие на крышах начали еще 1 мая. Завершить все работы обещают к 1 сентября. Главное, говорят специалисты, погодные условия. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.